Хотел скачать новинку на торренте, а на ней опять, мать его, Денува. Заходи в GameRay, у меня тут есть промокод Евгений Рус, купишь дешево, со скидкой. Тут, в принципе, все игры идут со скидкой от цены Стима. Как видите, у каждой игры разная скидка. Например, у Prey побольше, у этой поменьше. На GTA, например, 1000 рублей. В общем, ребята, и на Мафию, кстати, огроменная. К Мафии DLC скоро выходит. Ребята, время закупаться. Промокод Евгений Рус даст вам еще большую скидку. Ссылка в описании, переходите, классный магаз. Кстати говоря, Мафию, наверное, себе в Steam куплю, потому что у меня она на боксе была, а бокса, как вы знаете, у меня сейчас нету. Поэтому самое время. Вот здесь же закуплюсь. Черт возьми, надо, наверное, будет снять, как я тут закупаюсь, черт. Всем привет, люди! И, как я и обещал, с пальцами всегда все так сложно. Три героя, как я и обещал. Три. За один день. Черт возьми, три героя. Осталось их не так много, и, по сути... Кто-то даже предлагал в комментариях: Евген, пройди не очень интересных героев, но таких, которые как бы не супер известные, а потом перейди к крутым. То есть у нас, кстати, под самый конец, получается, остаются Бэтмен и Супермен. Наверное, мы их сделаем прям в самом конце, просто самых злых, горячих, потных героев. И думаю, за следующие несколько дней мы их добьем, этих засранцев. Посмотрим, что получится. У меня уже есть еще несколько новых идей, потому что, черт возьми, эти герои не бесконечные. У меня есть еще несколько новых идей для Injustice. Хочу их реализовать. Не знаю, кто-то так делал. Может быть, на американском ютубе кто-то так и делал. На русском 100% нет. Но у меня идейка такая появилась, прикольная. Узнаете, как героев добьем. Это будет в ближайшие дни. Так что перейдем. Господи, хватит пищать телефон. Перейдем к делу. Мы красавцы, перейдем к делу. Небольшой сюрприз. Мистер Фриз. Мы будем играть за Мистера Фриза. По сути, это то же самое, что Капитан Холод. То есть концовка у них одна и та же, вне зависимости от скина. То есть вы можете в это поверить? Вне зависимости от скина концовка не меняется. Ну, по крайней мере, за Матрицу концовка была такая же. То есть, окей, вот есть Киборг. Есть Киборг. Мы ему поставили скин Матрицы. У него даже тут имя меняется. Хотя нет, я скин с него снял, походу да. И концовка была та же самая. То есть, видимо, концовка зависит все-таки от героя, а не от его вариации. Ну, посмотрим, чуваки. Может быть, за мистера Фриз есть другая концовка. Потому что здесь он реально мистер Фриз, а даже не капитан Холод. Давайте посмотрим. Это герой из... Он в Бэтмен Архиме часто появлялся в этой серии игр. Практически во всех играх так или иначе присутствовал. Что ж, давайте сыграем за него. Если... Пишите, кто следующий. Кто следующий на очереди в нашей лотерее, в нашем секс-марафоне героев и их концовок. У меня же есть еще несколько идей для Injustice 2, когда мы пройдем всех героев. Думаю, они вам понравятся. Мы тебя заморозим для исследования. Класс. Никогда не с него не играл, будет мега странно сейчас. Поставь, как это работает? Я себя чувствую максимально некомфортно, вообще не понимаю, как драться. Давайте попробуем также набрать 500, целых 500 лайков. Посмотрим, что из этого получится. Лови ловушечку. Чёрт, да я бью сам себя. Классно. Хочу поиграть за обезьяну. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И подписывайтесь на меня, добавляйтесь, друзья, в ВК. Мне будет приятно вас там увидеть. Какой у тебя спецприем, а? Тот же самый или? Тот же самый, конечно. Господи, он такой жирный, он как будто беременен. А был суперприем довольно мощный. Готов к зиме. Что будет, если он его схватит? Вообще так можно? Да. Он его морозит три раза. Окей, ясно. Ха-ха-ха. Тупица грот. Мне нравится тем, что... Мне нравится мистер Пис тем, что он быстрый. Это классно. Иконка у него, кстати, тоже крутая такая. Безличная, как будто это скелет. Это не конец. Я же не бандюга. Мне победить здесь все равно было нельзя. В принципе. Блин, не знаю, как я буду драться с... как зовут засранца? Брейняк. Я не знаю, как я буду драться. За Фриза очень тяжело сражаться. Ну чё, его, ну как бы называют мистером Фризом, так что, может быть, будет другая крутая концовка с его женой Сарой, по-моему, ее звали, да?
Будет очень прикольно, если будет концовка, где он воссоединяется с женой, черт. На самом деле, он даже не злодей, по сути. То есть, он творит злодеяние, но все ради жены. То есть, он хочет ее вернуть. Господи, доктор Фейт. Твоя магия спасет мою жену? Тогда ты бесполезен. Эй, алло. Доктор, я тоже доктор. Вернее, я мистер, но я был доктор. Что делает этот холодный спирт? Какое-то измерение холодное. Которое можно съездить на каникулы. Как же близко надо подходить, чтобы нанести этот мощный удар на X? Получай! Пау, 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 чика, пау, пау. Ну, в принципе, он слабее в бою, но суперприем у него мощный. Я думаю, в этом как бы его и сила. Ну, то есть, у каждого героя, по сути, есть сильные и слабые стороны, если так посмотреть. Ну, классно перепрыгивает, когда делает сальто. Давай, бей его, бей его! В принципе, может, в реальной жизни... Доктор Фейт бы его давно раскидал. Просто черт, а он доктор Фейт. Хотя Фриз бы его просто заморозил пухой своей. Просто взял бы, пухнул на него своей пушечкой. Нормально. Ну, блин. Я думаю, пора воспользоваться моей суперспособностью. Она эффективна, кстати. Можно больше урона наносить? Вроде, да? Ха! Победа. Суперприем тащит. А Супермен там, кстати, связан. И кулаком разбей. А не, он пушкой разбивает. Прикольно, мне нравится. Это классно. Супергерл опять! И потом Брейняк. Чтобы закрыть вашу гильдию от новых участников, установить закрытый. Окей, то есть я не собирался делать гильдию, но ладно. В игре есть возможность делать гильдию. Ха. You are new to this planet. Ты новая на этой планете. Я супергерл. Хочешь переодеться? Лучше не дразни меня, ребенок. Это у нее голые ноги? Офигеть. Я думал, такого не бывает. Я думал, супергерл более скромная девушка. Господи, не дуй на меня. Дуть холодным воздухом — это моя прерогатива. Постой, а мы в королевстве Аквамена, самая странная локация. Какие-то икринки летают. Это я всегда считал эту локацию самой странной. Опа, опа, опа! На самом деле боевка за мистера Фриза крайне скучна. То есть вообще не интересно. От Розуса, кстати, очень интересно. Там куча приемов. Здесь же все приемы связаны с выстрелами, ударами кулачком скучными. То есть, ну, за него боевка крайне. Надеюсь, хоть концовка не разочарует. Потому что драться за этого засранца я бы не стал бы никогда в мультиплеере. Дико унылый персонаж. Опять же, он не супергерой даже, он не суперзлодей. Как бы ожидать многого от мистера Холода. Какой же тут кнопкой надо долбить? Я так, кстати, и не понял. А, и все-таки Х. Чтобы урончика был побольше. Да! Мистер Фриз! Мистер Фриз wins. Я просто удивляюсь, что его немножко... Не, ну то, что Матрицу тоже называли по-другому, у него тоже были свои реплики. Концовка-то, скорее всего, будет за Капитана Холода все равно. Посмотрим! Финальный бой! Кто же победит? Кто окажется сильнее? Begin. Местный Галактус, потому что, блин, Галактус звучит намного прикольнее, чем Брейняк, какой-то мозговитый чувак. Брейняк надо, блин, не знаю, сниматься какой-нибудь слоумоу фильм, он дико угарно смотрится, зависает на месте. Ладно, не дико угарно, просто немножко смешно, немножко. Черт, возьми. Да твою мать, ты задолбал. Я же сказал, против Брейняка драться будет вообще нереально. Нереально. Получай. Черт, не подействовало.
Думаешь, кулачком его победить, Фрис, а? Мне кажется, это будет самый тяжелый бой в моей жизни. Твою... Нет, нам не победить, ребята. Я почти мертв, поэтому хоть пикну. И моя пушечка заряжается крайне слабо, хотя я не знаю, может, я ей неправильно пользуюсь. Видимо, все равно на мои удары, потому что они крайне убогие. А, Нора, не Сара ее звали, черт возьми. Ладно, давайте его все-таки отшпарим. Хоть эта атака хорошая. Здесь его X, по-моему, надо долбить. Давай, 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 атаки, атаки, атаки. Больше урона. По-моему, даже урона меньше наносит, чем другим. Черт возьми. О, да! Мы это сделали, черт, это было дико. Я порвал. Корабль просто падает. Просто падает. Мне уже нечего сказать. Я сказал все, что я думал. Просто падает. Одно дело сражаться с режимом, но уничтожать планету по приказу Брейниака? Дрот, неужели ты думал, что я соглашусь на такое? Серьезно? Ты ебантроп. Прости, сестра, что мы давно не виделись. Я знаю, что всегда находил отговорки, но теперь я понял, что должен почтить твою память. Я знаю, о чем ты думаешь. Старина Ленни продался. И что в этом такого? Зато я позабочусь, что больше не было ни режима, ни Брейниака. Я даже помирился с стариной Алым Бегуном. Смейся сколько хочешь, но он лучший напарник из всех, кто у меня был. Алый бегун. Не считая тебя, сестренка. И у него есть сестра? Вообще впервые слышу. В сериале ее не помню. Может быть, память плохая, может еще что. Ну черт, да, за мистера Фриза нет концовки. Хотя другой скин, это другой персонаж. Почему нет концовки? За него. Почему все равно концовка за Капитана Холода? Почему? Непонятно. Непонятно почему. Я не знаю. Я не знаю. Абсолютно без понятия. Абсолютно без понятия. Я не знаю. Я сдался. Я сдаюсь, я не знаю. Черт возьми, отстань. Ладно. А постой, куда я залез? Черт, назад, назад. Хранилище братского глаза. Видимо, раз горит, значит, что-то есть. Ух ты, золото. За что же мне золото дали? Я опять что-то сделал. Хорошее. За зубренной награде. Пусть будет. Посмотрим, что у капитана Холода в закрома. Чё-то я слепой, мне так тяжело их находить. Мне кажется, у меня что-то хотя бы. Знаешь же, что нет ничего? Льдистый плащ. Окей, новейшая изолированная броня. По сути, мне здесь особо ничего не потребует. О, сапоги из углеволокна. Вот это я хочу. Льдистый бластер. И я хочу переключить скин. Мне не нравится мистер Фриз. Хочу капитана Холода. Мистер Фриз какой-то голый и стрёмный. Вот, мистер Снарт. Вот это тем. Посмотрите на этого красавца. В который в шубе ходит, потому что он, блин, замерзает. Окей, ребята, вот это оно. Мы с вами прошли и капитана Холода, которого очень многие просили. И, черт, мы сделали это. Кто следующий? Кто, мать его, следующий, ребята? Жду ваших предложений в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии. Прощаться, слава богу.